Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать платье. Двухслойное обычное платье, а сверху такое глянцевое пластик. Меня об этом попросили. Сегодня хочу разобрать, показать, как это можно сделать. Соответственно, уже основную фабулу я рассказала, то, что это будет двухслойное платье, основное платье, на которое сверху одевается блестящий пластик. И мы с вами будем смотреть, как именно нам этот прозрачный блестящий пластик изобразить. Поехали! У нас есть шаблон. Этот шаблон можно бесплатно скачать у нас на сайте. Я ссылочку оставлю под этим видео. Пожалуйста, используйте. У меня платье будет без рукавов, поэтому я сразу уберу ручки для того, чтобы более компактно все у меня размещалось на моем листе. Соответственно, немножечко смещу в сторону. Для того, чтобы потом второе платье в цвете тоже здесь у меня могло спокойно разместиться. Блокирую слой шаблоном, создаю новый слой и выбираю инструмент перо. Сразу сейчас нажимаю и вытаскиваю, для того, чтобы у меня вышли все инструменты. Выбираю толщину единичку, цвет черный. То есть выбрался цвет заливки, мне нужен цвет контура, цвета заливки нет. Приближаю инструментом лупа платье и ту зону, на которой мы будем рисовать платье. И сейчас начнем мы рисовать с вами с внутреннего чехла, его сделаем одето на одном слое, заблокируем и будем рисовать следующий слой. Дело в том, что такое платье будет максимально наглядно и красиво смотреться именно в цветном эскизе, но я вам покажу сначала черно-белый рисунок, а потом уже мы с вами раскрасим его и в цвете посмотрим, как это все будет выглядеть. Начинаем с основы, здесь все достаточно просто. Я выбрала платье-футляр с такой вот интересной горловинкой. Сейчас я вам ее покажу. Соответственно, начинаем вот здесь вот так. Сюда. О, пунктир не убрала. Вот так. Ничего страшного, это вот моя любовь в иллюстраторе, что все-все-все можно поправить, если вдруг что-то не так. Так, и платье облегающее у нас с вами будет. Внутренний чехол вполне можно сделать из трикотажа, который будет прям полностью прилегать к фигуре, поэтому у нас здесь свобода нам не нужна. Рисую прям по контуру фигуры, очень такое плотненькое платье. Это будет наш с вами внутренний чехол-подкладка, который, соответственно, будет сидеть на фигуре и который будет давать закрытость нашему платью. Посмотрим вот эту вот линию, чтобы она была красивая. Можно углубить немножко, как линию декольте. Это тоже все допустимо. Так, смотрим. Вот эта вот мне точка не очень нравится. Сейчас мы ее поправим. Если мы двигаем инструментом Direct Selection, белая стрелочка, как ее еще часто мои студенты называют, или прямое выделение, то у нас с вами два усика пропорционально направляющие расходятся. А если мы будем двигать инструментом опорная точка, то мы можем один усик двигать независимо. Вот смотрите, видите, я хватаюсь за усик, и он двигается, а вторая часть от этой опорной точки не расходится. То есть здесь вот есть эта особенность, которую нужно тоже помнить. Вот я нарисовала. Теперь беру инструмент «Зеркальное отражение». Ставлю на центр, отражаю. Видите, он крутится вокруг, кнопочка Shift – позволяет правильный угол соблюдать, ну, 90 градусов и 45. Alt копирование, потом отпускаю кнопку мыши, потом отпускаю, соответственно, уже кнопочки на клавиатуре. Теперь нам надо это все слить. Окно, обработка контуров, слить. Вот у нас с вами получилось платье. Как еще раз я сказала, оно может быть трикотажное. В связи с этим у него не будет дополнительно никаких ненужных линии, то есть у нас может быть обтачка по линии горловины и линии проймы, соответственно, там никаких строчек, по низу можем просто двойную строчку дать, либо может быть открытый срез, если это плотный, например, интерлок, он не будет распускаться или какой-то основовязанный трикотаж, поэтому вот в плане технологии здесь уже надо индивидуально будет рисовать под конкретную ткань. Поскольку мы сейчас просто рисуем эскиз, и нам нужно внутреннее платье, то этого нам вполне достаточно. Теперь я нарисую на этом платье тени. Нам нужно именно вот этот эффект создать объемности, поэтому, смотрите, вот оно идет под грудью.
Здесь всегда будет темная зона, потому что грудь объемная, под ней под шарообразной формой всегда будет пролегать тень. То есть это вот ну, геометрия. Я думаю, что вы знакомы с таким понятием, как геометрия. Соответственно, вот так. Это мы сейчас отрежем всю лишку. Она вот так до низа дойдет. Здесь она пойдет по бедру. Знаю, что делаю сейчас немножко сложно. Сейчас все увидите. Решила одной тенью сделать. Поэтому такая сложная форма получилась. Вот, вот такая. Ой-ой, она слетела. Получилась сложная форма. Ничего в этом страшного совершенно нету. Смотрите, я сейчас возьму все это вместе, выберу, сдвину в сторону и сделаю разобрать, разгруппировать. Теперь то, что у меня вот здесь было, уберу. И здесь тоже это все лишнее уберу. У меня осталась только форма тени. Вот она, смотрите, какая тень. Мы ее сейчас сюда на платье вернем. Я всегда Shift нажимаю. И теперь смотрите, если мы эту часть зальем белым цветом, эту часть мы зальем черным цветом, да, не пугайтесь, мы можем, например, сделать достаточно серьезную непрозрачность. И вот у нас получился уже такой объем на платье. Видно, что подчеркнута грудь, под грудью такая тень, вот здесь немножечко больше тени, да, здесь она тоже объем у нас рисует. Все, это наша с вами основа. Теперь мы начинаем с вами рисовать верхний слой пластикового платья. Мы можем его прям взять точно такое же. Например, это делается вот таким образом. Мы берем слой платья, Ctrl-C, переносим на новый. Тот слой, на котором было платье, блокируем, Ctrl-B. Вот я его перенесла. Сейчас я ему сделаю цветной контур, красный. И оно у меня будет более свободно сидеть на фигуре, поэтому вот эти точки нижние, очень удобно выделять инструментом лассо. Я сейчас немножко отнесу в сторону. Раз, два, три, четыре. Чтобы оно было у нас более объемное. То есть вы понимаете, да, тот у нас как чулок платье натянуто на фигуру, она его плотная, ткань закрывает, а это будет прозрачный пластик. Все, выбираю кнопочками на клавиатуре, в сторону двигаю. Два, три, четыре. Вот так. Можем вот эти тоже немножечко расширить, подвинуть. Здесь уже это дизайн, задумка, да, как оно, как бы вы хотели, чтобы оно смотрелось, поэтому вот такая история. Соответственно, нам заново его прорисовывать не надо, оно у нас уже есть. И на что нам тут надо будет обратить внимание? Здесь у нас на нем будут тоже тени, но еще должны быть и блики. То есть нам надо с вами нарисовать такую достаточно сложную историю, поэтому один из вариантов, как это можно сделать. Мы с вами берем инструмент градиент. Здесь есть такая возможность. И этот градиент сделаем с эффектом непрозрачности. Смотрите, с одной стороны тень, потом у нас с вами полная непрозрачность, ну, то есть абсолютно прозрачная часть. И второй такой же цвет сейчас вот мы сюда поместим. Вот так. Если понимаем, что нам нужно еще, то мы можем это тоже здесь все настроить. Вот она, непрозрачность 0, непрозрачность 0. Вот плавность перехода, мы можем тут все это отстроить. Здесь полная непрозрачность 100%. То есть такое вот создается тогда ощущение. Ну вот у нас почему-то голубой получилось, сейчас мы его на белый перестроим. Так. Хочу, чтобы ты был белый. Покажись мне, вот. Хочу, чтобы ты был белый. Двойной клик просто делаете. Ты был белый, а ты был серый. Вот оно у нас смотрится. Еще раз говорю, то, что вот основная проблема, то, что в сером цвете это смотрится не очень. Мы сейчас в цвете сделаем, и будет красиво. То есть вот здесь у нас затемнение, а здесь у нас свет. И, то есть он уже такую трубу формирует. Если сейчас сдвинуть в сторону, вот смотрите. Видите, оно уже как бы такой объем формирует. Контур, конечно же, надо сделать будет черным для того, чтобы, ну, красивее все это смотрелось. Ну, вот оно. И плюс оно затемнило то, что есть внутри, стало оно не такое контрастное. Так, еще нам нужно с вами расположить несколько тенюшек здесь. Но это тени уже принадлежащие именно к пленке, которая есть.
Вот смотрите, она сразу у нас с градиентом делается, и вполне возможно, что именно так и оставить, чтобы были вот эти градиентные переливы. Но здесь я бы дала непрозрачность на этот градиентный перелив, чтобы вот оно такое получилось. Так, по вороту тоже его нужно сделать, тенюшечку такую. И потом мы дадим яркие белые блики, для того, чтобы получился блик. На белом это рисовать сложно, на цветном будет очень хорошо все видно. Сейчас все покажу. Так, и здесь у нас с вами без цвета контура вот такая штучка. Так, ну что с контуром-то? Ага, вот над двойным слоем, вот сюда, смотрите. Можно сделать ее чуть более активной, тогда будет лучше понятно. Вот. И теперь нарисуем. Вот у пластика у него есть очень характерная особенность, четкая форма блика, практически не размазанная. Чем более глянцевая поверхность, тем более жесткая будет вот сама вот эта бликовая составляющая. Чем более матовая поверхность, блик будет более размытый по краям. Это вот надо запомнить. Так, берем и рисуем яркие жесткие блики. Ну, в общем-то, там ничего особенного в этих ярких жестких бликах. По сути, это наши с вами просто замкнутые объекты. Сейчас мы их беленьким нарисуем. Они нам будут давать как раз эту великолепную форму. Так, тоже белый, да? Просто здесь не очень видно, потому что оно серенькое. Так. Белый-белый. Потом вот здесь тоже надо бличок поставить. Они должны быть обязательно на самом верху располагаться. Такое ощущение, что что-то не так. Сейчас посмотрим. Раз, два, три, четыре. Так, непрозрачность полная. Проверяем объекты. Да, вот они. Вот так вот они белые. Вот. Если они там есть, просто вот белое на белом плохо видно. Вот здесь блик поставим. Угу. И вот здесь на груди тоже будет красивый такой яркий блик. Здесь блик. Здесь блик. И вот здесь бличок будет. Так. И вот здесь еще блик. Такой достаточно яркий. Вот. Теперь давайте я вам покажу, как это все будет смотреться в цвете. Будет намного-намного нагляднее. Выбираем все вместе, за исключением нижнего логотипчика. Смещаем в сторону. Сделали. Все осталось на наших слоях. Так что смотрите, теперь мы можем раскрасить это платье. В оригинале, когда я смотрела на образец, которым я вдохновлялась, он был ярко-розовый. Так что мы его ярко-розовым и сделаем. Вот такое ярко-розовое платье. Смотрите, как сразу стала тень. Мы можем ее оставить черной, либо можем взять, сделать ее тоже розовой, войти вглубь и еще вот так вот ее углубить. Вот это уже по желанию, потому что, смотрите, оно хорошо смотрелось и на черном, и здесь. Вот оно у нас сформировалось. Теперь подключаем наш верхний слой, и вот его, видите, хорошо видно. Да, что у нас произошло, то есть это бесцветная наша такая штука. Конечно же, блики надо немножко подкорректировать, они слишком жесткие, все равно им некоторую непрозрачность нужно добавить, потому что так они смотрятся, ну, не здорово. Возможно, какой-то блик даже удалить и немножечко их подкорректировать. Вот, и мы можем сделать то, что вот эта штука, она будет не серая, а она тоже будет, например, вот такая. То есть по цвету, чтобы она тоже имела какой-то оттенок. Так. Ни угол, а ни прозрачность. Угол сейчас верну на ноль. Вот, видите, и у нас получилось то, что этот цвет. Так, мы можем вот эту кнопочку выкинуть.
И вот сюда создать, сюда перетащить. Ну, настройка градиента наша стандартная. Так, вот смотрите. Так, что у меня произошло? Куда растворился мой объект? Вот он, мой объект. Так, вниз сдергиваем, оно уходит вот сюда, вот. И цвет контура, конечно же, я бы сделала потоньше. Вот. Сразу видно, что есть какая-то вот эта вот такая игра. И здесь тоже вот эта штучка играет. Можно ее тоже вот этим градиентом сделать. Она даст дополнительный этот муар. Только сейчас с него снимем цвет контура. Цвет контура нам тут не нужен в этом. Вот. Если чувствуете, что жестковато, можно сделать непрозрачностью, поиграть. То есть вот максимально по цвету мы это с вами сочетаем. И все-таки я бы немножко еще поработала с бликом. Тоже, вот мне сейчас не нравится, как он смотрится, что можно сделать. Смотрите, выбираем все блики. Делаем непрозрачность и выбираем, что мы хотим сделать градиент на них. Выбираем градиент. Этому цвету мы можем сказать, что он должен быть фиолетовый. А вот этот цвет должен быть белый. Вот, и смотрим, смотрите, непрозрачность этого и этого. У нас залился контур. Так, сейчас подберем, чтобы оно красиво у нас с вами сочеталось. Цвет белый. Это все настраивается. Просто немножечко надо на это потратить времени. Так, здесь есть инструмент с градиентом работы. Вот сейчас как блик у нас с вами лучше ляжет, так мы его и посмотрим. Так, можно настраивать индивидуально каждый кусочек в зависимости от яркости. Вот так, хорошо. Здесь тоже сейчас подстрою, потому что очень они такие грузноватые получились. Естественно, можно им дать еще легкую степень размытия. Сейчас мы это все тоже сделаем. Но это я говорю, вот чем жестче пластик, вот чем больше он бликует, тем, соответственно, вот эти моменты будут более мягкими. Так. Выбираем. И сейчас размытие легкое дам. Эффект размытия. Размытие по Гауссу. Сильное нам размытие не нужно. Нам нужно чуть-чуть подмыть края, чтобы он вот... Ну, вот так, да. Он как бы блестел. И вот у нас такая вот блестящая штучка получается с темнотой. Если чувствуете, что островато, можно еще непрозрачностью подкорректировать. Ну, что я имею в виду под островато? То есть слишком вот контрастно, слишком перегруз. Вот оно так поблескивать должно. Вот получается такая история, что у нас с вами два слоя. Вот он, смотрите, второй слой. Вот оно отдельно у нас платье. Конечно, их можно показать рядышком. Возможно, вот это подкорректировать. Оно, в общем и целом, оно передает наше ощущение бликов. Я бы, наверное, немножечко затемнила вот эти места. Оно бы тогда смотрелось погуще. Сейчас вот так. И... платье на платье сверху блик. Попробуйте этот эффект. Это один из вариантов, как его можно создать. То есть здесь такие художественные получаются блики. То есть идея, как, если бы я потом презентовала эту идею, я бы, конечно же, показывала его еще и в разборе, то, что это платье в платье, а именно вот таким образом сгруппировать одно платье, чтобы верхнее платье было отдельно. Сгруппировать нижнее платье и рядышком их показать, то что данное изделие состоит из двух слоев. Возможно, они даже одеваются один на другой, но это уже надо конструктивно будет смотреть и объяснять и показывать. Вот так одно, и вот так. Ты же сгруппирован, чего ж ты не берешься-то? И вот так другое. Вот, то есть одно, другое. Вот это мне все-таки не нравится.
размытие по Гауссу. Да, вот так лучше. Сейчас я поменяю вот этот объект тут. Вот. Так мне нравится больше. Ну, как-то вот он помягче, вот этот животик оформился. А, вот такая штучка. Используйте, пробуйте. Пишите, что вам еще порисовать интересно. Я с удовольствием вам это покажу. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.